хочешь купить топовые игры, но не знаешь где? Тогда заходи в магазин Fine Shop. Здесь ты можешь найти аккаунты Origin, Uplay, Steam, гифты, ключи Steam и многое другое. И все это по очень низкой цене. Ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Игорёк, и сегодня я вам расскажу, как получить бесплатную игрушку под названием Orwell Keeping an Eye on You. Значит, игрушка раздается у нас на сайте Humbumble, но перед началом хочу вам порекомендовать свою группу ВК. Кто не знает, у меня есть группа ВК, там я публикую всякие мемасики, новости, раздачи, когда они мелкие, там всякие конкурсы провожу. В общем, заходите, в принципе, тут интересненько. Игрушка у нас, значит, вышла 27 октября 2018 года. По отзывам, как видите, очень положительные, но русского языка тут, как видите, нету, поэтому будете подтягивать свой English. Значит, карточки есть, и это круто. Значит, игрушка у нас стоит 260 рублей, ссылочка будет у него в описании под видео. И далее нужно пройти регистрацию, либо залогиниться в свой аккаунт. Значит, после того, как вы сделали одно из этих действий, просто нажимаем на вот эту кнопку «Добавить на карту». Она отправляется у нас в корзинку, нажимаем на корзинку. И далее у вас должна здесь стоять галочка, ну это новостная рассылка, насколько я знаю, от нее нельзя отписаться, это обязательное условие, так сказать. И далее нам высылают, значит, на почту письмо, но можно, не заходя на почту, получить наш ключик. Вот, значит, нажимаем сюда, далее нажимаем кейс, и вот наша игрушка, снова нажимаем на кнопку. И также будьте внимательны, потому что ключ нужно активировать в течение 15 дней, иначе после этого он станет невалидным. Активировать, добавить. И вот мы активировали эту игрушку. Ну, на этом, в принципе, все. Если вам понравился данный ролик, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Игорёк. Всем пока.